Лучше посмотрите мой пример. Столько видео, сколько у нас склонов. Нажимаем снимать видео. 3, 2, 1. Не дергаем телефон и сохраняем наше видео как частное. Для второго клона я переоделась и теперь тоже снимем видео. И тоже сохраним как часть. Переоделась и теперь снова снимем видео. Это, наверное, выглядело очень смешно. И теперь это видео тоже сохраним как частное. Вот. Я в последний раз переоделась и теперь тоже сниму видео. Сохраняем как частое. И пост. Заходим в Кайнмастер. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа. Фото. Фон. И выбираем белый фон. Нажимаем на галочку. Немного его увеличим. Нажимаем на цвет. На кружочек и выбираем зеленый цвет. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все и добавляем нашего клона.
Этот клон, который мы снимали последним. Теперь выделяем наш слой и нажимаем на цветовой ключ. Включаем и подстраиваем. Увеличим наш фон, потому что он оказался сильно коротким. Теперь нажимаем снова слой, мультимедиа, все, и добавляем нашего второго клона. Точнее сказать, предпоследнего. Вот он, увеличиваем его до нужного размера. И теперь нажимаем цветовой ключ, включаем, и делаем так, чтобы было видно и первого клона, и второго клона. И теперь подстраиваем ползунками хромакей, чтобы было видно первого клона и второго. Мне все нравится, поэтому я нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео экспортировалось. Но это еще не все. Нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, фото, фон и выбираем белый фон. Нажимаем на галочку. Теперь немного увеличиваем наш фон. Нажимаем на цвет, на кружочек и выбираем нужный нам цвет. Я выберу зеленый, а можно выбрать синий. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все и добавляем наше видео, которое мы смонтировали. Вот оно. Теперь выделяем наш слой и нажимаем цветовой ключ. Включить и подстраиваем хромакей. Снова нажимаем слой, мультмедиа, все, и добавляем нашего третьего клона. Тоже выделяем, нажимаем цветовой ключ, включить, и подстраиваем так, чтобы было видно тех клонов и третьего клона. Вот так. И теперь выделяем и подвигаем в нужное место. Вот так. Снова нажимаем слой, мультмедиа. Все. И добавляем нашего последнего клона. Тоже убираем хромакей. Вернее, не убираем, а включаем хромакей и подстраиваем. Подвинем для удобства и подстроим так, чтобы было видно и тех клонов, и этого клона. Обрежем ненужную часть четвертого клона после того, как я ухожу. Так же само удаляем ненужную часть третьим клоном. Теперь увеличим наш фон, потому что оно оказалось короче, чем наше видео. Можно подстроить, если вам что-то не нравится. Все, я подстроила, мне все нравится, поэтому я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось, но это еще не все. Первым делом зайдем в Google и выберем фон. Я бы захотела побывать в Париже, поэтому пишем Париж и сохраняем несколько фотографий. А вы можете выбрать все, что вам нравится. Желательно выбрать так, чтобы было видно землю. Нам же ж нужно на чем-то стоять, а не порхать в воздухе. Мне нравится вот это, поэтому я ее сохраню. Зажимаю пальцем на картинке и нажимаю «Сохранить изображение». Вот эту сохраню тоже. И вот эту тоже сохраню. Вот и все, мы сохранили парочку, теперь выходим. Нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, фото, все. И добавляем нашу картинку, которую мы сохранили в Гугле. Вот они, я добавила несколько. Давайте посмотрим, какая смотрится лучше. Мне больше всего нравится вот это, поэтому нажимаем на обрезка и уменьшаем. Нажимаем на равно и уменьшаем. Нажимаем на галочку. Теперь немного увеличим наше фото. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все.
и добавляем наше видео, которое мы смонтировали. Теперь увеличиваем так, чтобы не было видно пола. А вы можете оставить, если вам нравится. Теперь нажимаем цветовой ключ и подстраиваем. И теперь подстраиваем, как вам нравится. Можно нажать на настройки цвета и тоже подстроить. Обрежем наш фон, потому что он оказался сильно длинным. Ну вот так. Теперь можно разрезать слой вот здесь и подстроить хромакей. Мне все нравится, поэтому я хочу сохранить. Нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. Хочу видеть Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.